Уже наступила настоящая весна. Люди снимают свою теплую одежду. Снег тает, птицы прилетают, а цветы распускаются. Это и многое другое стало вдохновением для создания выставки авторских работ. Сейчас покажем и расскажем. Платок – это не просто аксессуар, это произведение искусства, способное изменить образ человека и выразить его уникальность. Поэтому каждый дизайн на выставке имеет свою историю, смысл и послание. В этом семестре студенты Института дизайна и пространственных искусств практиковались в оформлении текстиля в технике холодного батика. В них можно увидеть как классические орнаменты и узоры, так и современные эксперименты с формой и цветом. Мой проект называется «Тюльпановый вальс». При его создании я вдохновилась стилем, авангардным стилем и, в принципе, цветением весны. Вот эти все цвета передают настроение весеннее. Это достаточно быстро рисуется, несмотря на то, что это не так просто. Но в целом я сделала это за 2 вечера, наверное. Ну, как и остальные ребята, кто-то быстрее. Для студентов первого курса выставка авторских работ была практикой для выхода на крупные дизайн-проекты. Юные создатели изготовили не только индивидуальный платок, но и фирменный знак и упаковку, что в дальнейшем во многом облегчит работу с заказчиками. Такие выставки также становятся местом встречи для творческих личностей, ценителей моды и искусства. А преподаватели, в свою очередь, выявляют особенности почерка каждого из студентов. В каждом семестре у нас по 2 проекта. Ну, между ними сроки, да, это примерно 2 месяца. То есть, в принципе, за 1,5-2 месяца они выходят, они, конечно же, изучают, они же не сразу начинают изготавливать что-то. То есть они изучают, да, композицию, они изучают компьютерные программы. И, соответственно, вот на выходе, то есть по истечении вот этих 2 месяцев, они уже выходят на какой-то вот этот вариант, да, возможного представления продукта. В целом готовилось, ну, 2 недели. До этого, скажем, да, шел вот этот обучающий процесс для того, чтобы можно было, ну, выйти на изготовление. В будущем студенты Института дизайна и пространственных искусств планируют организовать различные выставки на постоянной основе. По словам заведующей кафедры дизайна и национальных искусств, в планах реализовать все возможные варианты оформления текстиля. Алена Мухаметшина, Кристина Отекина, Александр Антонов, Универ Новости.